بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям побуждал нас с вами изучать Коран, читать Коран. В хадисе, который передает Абу Дзарр радиаллаху анху, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Алейка би тилавати аль-Коран, фа иннаху лака нурун филь-ард ва зухрун лака фис-сама". Читайте Коран. Поистине, Коран является для вас светом, нуром на этой земле и сокровищем в небесах, то есть среди ангелов. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Хайрукум ман тааллама аль-Корана ва аллама". Наилучший из вас тот, кто изучал Коран и обучал его других, то есть другим людям обучал Коран. Именно обратите внимание, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям не сказал: "Хайрукум ман хафиза аль-Корана ва хафаза". Наилучший из вас тот, кто вызубрил Коран и обучал его зубрить других. Нет, а именно сказал: "Тааллама", изучал. И улум аль-Коран, в улум аль-Коран, в изучение Коран входит таджвид, арабский язык, грамматика арабского языка, тафсир, то есть все, что связано с Кораном, имеется в виду, изучал Коран и обучал его других. На сегодняшний день мне вот лично много задают, обращаются с просьбами, задают вопросы, как лично, так и пишут в Инстаграм, чтобы обучать людей изучать Коран, быть их преподавателем в области Корана, таджвида, арабской грамматики, арабского языка, но физически каждому ответить на эту просьбу не получается. Поэтому я, альхамдулиллах, помимо Аллаха субхану ва тааля, разработал собственную методику, как за короткое время можно изучить Коран, читать его правильно, с таджвидом, с произношением букв, с макамами, то есть именно с мелодичностью этого Корана, также разговаривать, то есть изучать базовый арабский язык за короткое время, дабы понимать Коран. И об этом я бы хотел бы рассказать на своем вебинаре, который пройдет в этот четверг, 24 июня, в 7 вечера, 19:00 по московскому времени. И ссылка на этот вебинар вы увидите у меня в сторис. Просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы он помог нам всем изучить Коран и дал Аллах субхану ва тааля нам всем возможность получить благодать языка священного Корана, то есть языка арабского языка. Ассаллаху аля набина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.